В индустриальном районе при пожаре в квартире погибла пенсионерка. Вторая 57-летняя горожанка, находившаяся в жилье, госпитализирована в тяжелом состоянии. На пульт 01 звонили соседи. Они встретили пожарных и сразу сообщили им, что в квартире должен быть человек. Здесь живет хабаровчанка, которая практически никогда не выходит из дома. Ну, одинокая, там одна бабулечка живет. А, то есть она пожилая? Пожилая. Да, она уже плохо передвигалась. Да, плохо передвигалась, как бы такая, не знаю, болела. Она уже редко уже так выходила, чисто вот на первый этаж. То, что в горевшей квартире нашлась еще одна женщина, стало для соседей сюрпризом. Хозяйка жилья задохнулась в дыму, ее судьбу чуть не разделила и гостья. Хабаровчанка приходила навестить знакомую. Что произошло в квартире, выжившая сказать не могла. Она едва понимала, что происходит вокруг. До приезда скорой помощи у пострадавшей хлопотала очевидец. Медработник помогала ей как могла. Бай давление! Слышишь? Женя! Слышишь, нормально? Женя. Хорошо? Заходи на мою руку. Ты слышишь? Хорошо. Слышишь? Что? Как зовут тебя? Аня. Аня, сколько лет тебе? Сколько? 55. Причина пожара в квартире пока совершенно непонятна. Горели мягкая мебель и обстановка. Пока рассматриваются три версии. Неосторожное курение, короткое замыкание и неосторожное обращение с огнем. С места происшествия Денис Коршунов, Юлия Зима и Павел Рогатин.